Сейчас вот мы вылезли, вышли из музея Репина. Солнце выглянуло, я одел даже шапочку. Вот за мной большая гора, на которую однажды я залезал. Но суть не залезть на гору, а потом с нее слезть, потому что она весьма отвесная, смотрите. Может быть, на видео не особо видно, но прям... А вон там тропинка, видишь? Дорога уходит наверх, наверх, наверх. И вот у того креста, который наверху стоит. Ну-ка, зумируем. Конечно, там очень красиво. И там очень красиво, и там мы делали небольшой привал. Но потом оказалось, что спуститься оттуда очень сложно. Потому что неизвестно, куда наступить. Такое впечатление, что гора просто уходит из-под ног и все. Сейчас мы решили поесть. Где корабль? Вон корабль. Большой корабль плывет по воде. Туча цепляется за гору, и она как бы там конденсируется. А сразу после горы тучи как бы вновь растягиваются, и поэтому немножко душно. Но тучи никак не соберутся к дождю. Вот, красота какая. Дома можно снять. Предлагаются разные варианты. Там вот с одной комнаты, типа вот бунгало такого американского трейлера. Тут даже есть вот дом с детской площадкой. Вообще, красота, можно. Где-то, по-моему, по этой улице вот эти дома как раз расположены. В прошлый раз я тоже был. И здесь это было, предлагалось вариант. Ну, там они что-то народ тусуются на горе. Какая-то штука разрушенная. Надо ехать, да. Погода портится, продолжает. Какие-то тучи, да. Мне кажется, тучи не дойдут. Вот где у них городской, так сказать, пляж.